Вопль ангела, одетого в одежды, или страдание человека с ангелом вместо души? Кому? Зачем пишу я эти строки? Наверное, все же сам себе. Ведь, пребывая годы в святом месте, всего лишь дважды был узнан я. И то людьми по воле Божьей, с душой свободной от ума. Ум человека — камень преткновения. Да нет, пожалуй, целая скала, стоящая перед душой. Не обойти ее, не перепрыгнуть, а вверх карабкаться по острым камням, срывая ногти в кровь и падая обратно вниз со скользких сладостью ума уступов, и вновь вставать, набравшись сил духовных, опять ползти не каждому дано. Ведь у подножья так красиво, уютно, сладко и тепло, и разум от штанишек бренных создаст иллюзию всего, что пожелаешь ты. Лишь только б ты желал. Желал любви земной с горящим очагом, детишек для продолжения рода, богатства, славы, все равно. Только б ты желал. Желал, желал, и будет все дано. В иллюзии одной или другой, неважно. Лишь только б ты желал, желал, желал земного. Но ведь так сложно, многие кричат. Нет, не сложно. Я много раз одежды одевал, ходил с клюкой бескрайней дорогой, питая плоть лишь тем, что находил. И был царем, и правил долго народами, которых и не счесть. И всякий раз одежда мне давила, стесняла и мешала жить. Она тряслась от страха и болела, и, как у всех, вначале многого хотела, пока ее не укрощал тот дикий зверь, из которого соткали всю одежду, боится лишь хозяина — души. Но многие души боятся пуще зверя. Души, которая им мешает жить, как мне мешает жить одежда. Понять таких людей я не могу. Разменивать всю вечность на мгновение? И в чем тут смысл? Страдать в объятиях шкуры зверя? Служить штанам, которые ветшают день за днем? И в этом жизнь бесконечна. В ней нет страдания. Она не рвется, ведь невозможно душу износить. А у одежды дома нет. Есть лишь чулан, где она временно хранится. Дом истинный есть только у души. И именно душа, стремясь туда, где вечность, рождает это чувство дома, который всю жизнь и ищет человек. Ригден Джаппа.